Здравствуйте! Этим видео я хочу закончить серию своих видео про те марки уходовой косметики, которые я очень люблю и которыми с удовольствием пользуюсь, и которым очень-очень-очень доверяю. И в сегодняшнем видео мы поговорим про марку Ultraceuticals. Как любила говорить моя учительница по английскому, the last but not the least. Марка Ultraceuticals, я о ней рассказываю о последней, но это не значит, что для меня она стоит на 6-м месте, потому что марка любимая, марку открыла сама, никто мне про нее не рассказывал, нашла информацию в интернете, прочитала, у них очень неплохая линейка и достаточно обширная линейка по уходу непосредственно за жирной кожи с расширенными порами, линейка, направленная на борьбу с несовершенствами подобной кожи, на выравнивание рельефа подобной кожи, на сужение пор. Марка Ultraceuticals — это вот такие вот баночки внизу с такой радостной, бодрой салатовой полоской, даже двумя полосочками, одна более толстая, вторая более тоненькая. Это австралийская марка, то есть получается мы с вами собрали практически полный набор. У нас есть американские марки, у нас есть европейские марки, немецкая, французская, у нас есть азиатская марка SK2 и у нас есть австралийская марка Ultraceuticals. Не путать со SkinCeuticals, это совершенно разные марки. Ultraceuticals в Москве представлена несколькими интернет-магазинами, также на ней работают несколько достаточно дорогих салонов красоты. Эта марка также является профессиональной, и, на мой взгляд, она предлагает некоторые позиции, которым я также не нашла аналогов в других марках. Мой любимчик из Ultraceuticals — это вот эта вот замечательная штучка, называется Even Skin Tone Serum. В данном случае у меня в варианте Concentrate. Это кислотный концентрат. Это даже не сыворотка, это просто кислотный концентрат. Бутылочка в объеме 30 мл, раньше она была в объеме 20 мл, сейчас они ее чуть увеличили. Также с пипеточкой, с дозатором, достаточно такая тянучая жидкость нежно-желтого цвета. Пипеточка, дозатор, чтобы вы могли нанести на вашу кожу ровно столько, сколько вам надо для экономичного расхода средства. Средство не дешевое, средство стоит денег. И более того, я вам могу сказать, что средство стоит тех денег, которых вы за него заплатите. Even Skin Tone Serum есть в трех вариантах, концентрации. В данном случае Concentrate — это самый концентрированный. Так как я уже рассказывала, что достаточно давно использую в своем каждодневном уходе за кожей кислоты, то моя кожа уже перестала быть реактивной на кислоты, она кислоты воспринимает хорошо, она к ним привыкла и адаптировалась, и я могу себе на данном этапе позволить уже использовать кислоты в достаточно серьезной, практически профессиональной концентрации, и данная концентрация не вызывает пересушивания моей кожи, не вызывает раздражения, а работает и, собственно, выполняет ту задачу, которая есть, а именно эксфолиация, плюс выравнивание тона и высветление всех тех мелких недочетов, следов постакне, мелкой пигментации, которая начинает появляться. Ее я использую либо курсом в несколько дней, либо по мере надобности, когда я понимаю, что мне хочется чуть больше добавить эксфолиации, чуть больше добавить кислот. Либо, если я давно не делала эксфолиацию, у меня нет времени, я могу в качестве ночного основного ухода использовать эту сыворотку, нанести ее и получить тот результат, который мне нужен. Эта сыворотка работает в паре с Ultra Hydration Lotion. Ultra Hydration Lotion — это легкое увлажнение, которое необходимо после нанесения данной сыворотки для того, чтобы кожа была не пересушена, для того, чтобы кожа была правильно увлажненная, для того, чтобы у вас не возникало потом ни проблем с шелушением, ни проблем с жжением. После того, как вы нанесли Even Skin Tone Serum, дали ей в течение 5-7 минут впитаться, вы наносите на тот же самый участок кожи увлажнение. Это может быть Ultra Hydration Lotion, это может быть какое-либо другое увлажнение. Ultra Hydration Lotion я взяла потому, что, во-первых, я его использую в паре с сывороткой, во-вторых, я его использую как на данный момент основное мое базовое увлажнение, в которое сейчас я добавляю Pure Vitamin C от Dr. Seba и использую в качестве моего дневного увлажнения каждый день по
утром. Аналог этому средству, которое мне тоже нравится, это Active Moist от Dermalogica, но Active Moist у меня сейчас закончился, поэтому я активно использую Ultra Hydrating Lotion. Он такой чуть-чуть какой-то такой сероватый, может быть даже немножко фиолетовый. У него приятный запах. А у данной тубы объем 75 мл, расход очень экономичный, наносится и впитывается легко, хватает действительно надолго, и я им довольна. Если сравнивать с Active Moist от Dermalogica, то я считаю, что оба продукта примерно равнозначны по своим качествам. Единственное, что, наверное, Ultra Hydrating Lotion, он чуть более матирующий. Еще одна позиция в Ultraceuticals, которую я также взяла предыдущими двумя, и которая также из той же самой линейки, рассчитанной на уход за жирной кожей, кожей с определенными несовершенствами, это Ultra Clear Treatment Lotion. Это вот такая вот баночка объемом 50 мл с вот таким вот дозатором. Данное средство уже имеет более характерный запах. Я, в принципе, к запахам очень терпима, поэтому для меня, как правило, если у меня какого-то явного отторжения не возникло, то для меня запах того средства, которым я пользуюсь, особого значения не имеет. Является ли для меня это чудо-средством? Пожалуй, нет. Буду ли я его еще раз покупать, когда баночка закончится? Тоже, пожалуй, нет, потому что пользовалась им достаточно активно, но как такового чуда не заметила. Вот эта вот баночка, это действительно чудо. Вот это вот, не могу сказать, что что-то потрясающее. Если она у вас есть, то, конечно, ее легко можно использовать. Она работает и, безусловно, делает все то, что обещает. Но, честно говоря, я там от данной позиции ждала чуть большего. Также в Ultraceuticals у меня есть вот такие вот малыши. Это пробники, это сэмплы, которые я просила и мне прислали. Сейчас я вам коротко расскажу про каждый из них и как я ими пользуюсь. Соответственно, вот он самый замученный, уже самый пустой, потому что от него ничего не осталось, потому что я его брала с собой в поездку. Это Ultra Replenishing Mask. Это универсальная восстанавливающая маска, очень приятная, которая наносится и, собственно, питает, увлажняет вашу кожу, помогает каким-то маленьким ранкам заживать. Буду ли я покупать полноразмерный продукт? Пожалуй, нет, потому что меня полностью устраивает моя маска Доктор Хаушка, поэтому, в принципе, так как по функциям они примерно одинаковые, я предпочитаю Доктор Хаушка. Она для меня на данный момент более доступная и по цене, и в плане покупки, доставки. Также в Ultraceuticals замечательные линейки, они называются Ultra Protective Daily Moisturizer SPF 30. Один из них матирующий, вот этот вот, а вот этот вот малыш Sheer Tint. То есть он чуть-чуть с тонирующим эффектом, его можно использовать в качестве BB-крема, в качестве CC-крема, он будет давать такой вот moisturizing tint фактически. Вот эта вот штука с достаточно неплохим SPF-фактором. А использую ли я его? Использую периодически, но редко. Вот такого вот малыша использую часто, этот у меня уже такой третий малыш, потому что предыдущие два были очень активно использованы. Он действительно матирует, он легко увлажняет, его не видно, и это пока что один из тех SPF-ов, которые мне очень нравится, которые у меня любимчики и которые меня устраивают практически по всем своим позициям. Вот, возможно, вот такой вот и возьму в более большом объеме, если найду что-то с чуть более высоким SPF-фактором. Все-таки для себя на лето я бы предпочла 45-50, наверное, чтобы вообще уже ни о чем не думать. И также есть Ultraceuticals, линейка, которая называется Complete Correction, и в ней вот такой вот чудесный малыш Mineral Tint в оттенке Light, и на нем написано, что это идеальный там все в одном перфектор, маскирует, увлажняет, не дает высыпаниям появиться и защищает вашу кожу, также с SPF-фактором 30. Пробовала, по-моему, один раз, какого-то вау-эффекта особо не заметила, вот распробую, обязательно расскажу о том, что узнала.